От чего может произойти разрыв импланта? Несколько причин, но прежде всего это повреждение непосредственно, чаще это повреждение травматического характера, когда пациент попадает в классический вариант автодорожной травмы, горнолыжной травмы, когда происходит перелом ребер, и края ребер могут повредить имплантат. Это первое. Ну, я уже не говорю о ножевых и пулевых ранениях, безусловно, это прямое повреждение имплантата. Но есть еще одна категория повреждения импланта, когда при установке, если не соблюдена правильная техника установки имплантов, то во время интенсивного введения импланта через маленькое отверстие у края инструменты, непосредственно у руки хирурга, может поверхностная оболочка загибаться так, что формируются микротрещины, которых не видно. Это не прямой разрыв, но который в дальнейшем приводит к разрыву оболочки импланта, и через год, два, три, пять, десять на УЗИ обнаруживаются признаки повреждения оболочки импланта. Это ничем не опасно, если установлены современные импланты. Планируется именно в плановом порядке замена имплантов. Имплант никуда не вытекает, он находится в рамках рубцовой капсулы. И замена импланта в норме занимает около 20-25 минут. Это безболезненно, быстрая, легкая операция.